Всем здорова, ребят! С вами, как всегда, Юра Четани, и сегодня у нас новые полицейские погони в Брикрикс. Эй, куда ты поехал, мать его? Пока ментяра дрифтом уходим! Привет всем, ребятки! Так, Ау, собака, ай! Нихера себе ты там пируэты рисуешь, это а, было, это было жестко. Так, у меня какая-то прокачанная Тойота, видимо, для дрифта, судя по передним... Это Королла у тебя, если я не ошибаюсь. Королла? Дрифт Королла, да. Твою мать! Дрифт-корова. Дрифт-корова, да. Носит ее, конечно, пипец. Так, все, я удираю. Ребятки, обязательно, если вам нравятся полицейские погони, поставьте пальчик вверх нашему ролику и напишите в комментариях, что вы хотите, чтобы мы добавили в эти погонки. Я хочу, чтобы ментов меньше было в этом городе. Да, конечно, ментов будет только больше, чувак. Так, все, пока. А, нитро! Нихера себе, она у тебя шпарит, кстати. Я знаю. Это реально дрифт-тачка, короче. Вот так вот. Оу, ее. Так, тихо. У меня она, в принципе, тоже неплохо. Ой-ой-ой, тебя развернуло, по-моему. Нет, это дрифт, это управление такое. Ой, да мать его, какого хера-то, а? Я просто, смотри, как хожу по трассе, я прямо ехать не могу. У меня машина просто ходит ходуном. Да я вижу, да, но у тебя просто маленькая тачка, и в ней столько там... Да блин, да какого хрена? А я просто остановился у обрыва, у края, понял, как эпично? Да ладно. Вообще. Блин, а как я теперь вылезу отсюда вообще? Подожди-ка. Надо вот так сделать. Бомба Лейла. Да, потому что я там вообще взорвался, наверное, несколько раз. Так, у тебя здесь запчасти. А, это ты, блин, я смотрю, короче, там этот от взрыва, короче, дымок идет, и я думаю, где ты там появишься сейчас? Не так быстро. Мать его, не вошел в поворот. Так, ну на самом деле на этой тачке кататься по дороге просто самоубийство, потому что ее носит нереально. А, да, по-моему, на моей тоже самоубийство. Так где ты? Я срака. Уроки дрифта показываю парням. Лайкос за дрифт. Да. Во, дрифт. Просто токийский дрифт на, не знаю, 10 тысяч очков. Так, надо в поворот ходить. Где поворот? Вот здесь это поворот. Где твоя жопа? Моя жопа где-то за городом была, теперь она в городе. У меня быстрая жопа. У тебя быстрая жопа дрифтера, да? Да, жопа. Так, мы останавливаем, в общем, дрифтера, поэтому... Вот он. Опачки, на тебе! Держи, братишка! Так, и что, ты живешь, что ли? Да, ты мне капот расколбасил весь. Охереть. Капота нету, машина стала легче, значит, еще больше дрифта. А еще больше дрифта, да, еще больше жогова. Так. Эй, ты мне что-то сломал, она что-то как-то этот. Плохо заходит поворот, как будто у меня покрышка пробита. Ай, падла, заборы! Ой-ой-ой-ой-ой, а кто тут у нас? А кто тут у нас? Опа! Выбегаем быстренько! Вали! Газуй! Шухер менты! Куда ты пошел, а? Я выжил, главное, это хорошо. Ага, конечно, выжил. Сейчас я тебя точно уже остановлю. Все, уже тачка ремонту не подлежит, по-моему. Слушай, не, я еду, у меня 4 колеса. У меня спидометр есть, ручник есть. Ну прям реально дрифт-тачка. Дрифт-тачка. Ай, собака, не заносись, твою ж мать. Так, ладно, пора тебя останавливать. Ты заметил, что у нас стали погони гораздо жестче, потому что мы научились играть в Брикрикс, мать его. Да. Так, ну иди сюда, зараза. Меня занесло, пить, твою мать, нет, только не сегодня, не сегодня. Не хочу умирать таким образом. Нет, есть. А! Да какого? Я тебе не попадаю, что ли, в тебя? Косой мент. Какого хрена? У меня от тачки уже ничего не осталось. Да пошел ты, нет! На, держи, братишка! Твою ж мать! Опа! Где твоя жопа? У меня опасная жопа, вооруженная до зубов, так что лучше не подходи, понял? Понял? Где ты? А где я? Где ты? Где ты, мент позорный? Ах ты, ментяра! Да, я сделал это! Я, если честно, даже не видел тебя. Вот так. Бегал как дурачок сейчас. Вслепую. Что ж, ребята, вот такая необычная первая классная погонька. Пиши в комментариях, что думаешь, а мы продолжаем дальше. У меня, кстати, выхлопная труба валяется и пердит. А я что-то раком стал, смотри. Ну, ты у меня раком наоборот стал. Да. Погнали дальше. Друзья, ну мы продолжаем с Юрычем нашей замечательной полицейской погони. И я вот такой вот нарушитель на пикапчике. Пикапчик. Надо его сначала найти, этого нарушителя, потому что, в принципе, я пока не знаю, что он там нарушил. Ну ты знаешь, что я сделал вообще? Я, короче, украл эти помидоры.
Чьи? А свои же, контрабанда, в общем, понял? Контрабанда помидоров. Так, это да, уже да, что-то да, запрещенное чересчур. Так, поэтому ты меня, в принципе, и разыскиваешь. Я вот валю вообще из города, но не знаю, получится ли у меня уехать. И улететь отсюда. У меня машина просто на бок опрокинулась сама. Что? А она у тебя пьяненькая. Пьяненькая машина. Пьяненькая так, тачка. Где ты? Да я вот здесь наваливаю по городу. По Ленина сейчас еду. Блин, Ленина далеко. Так, хорошо, хорошо. Я попытаюсь сейчас разогнать нашу тачулю. Посмотреть, что из нее вообще можно выжить. Ну ты да, ты пока разгоняй, а я пока уеду с города нахер. Так, так, так. Вы, ребята, его видите тоже. Все, включаем, включаем сирену, догоняем его. Где ты? Где я? Угадай, где я? Где я? Где эта ментовская рожа? Оу, что-то я слишком сильно ее разогнал. Ты куда поехал вообще? Я хотел дрифтом войти, но не получилось. Она не дала. Я понял, да. Так, у меня есть шанс тебя догнать, потому что ты что-то медленный. А давай допустим то, что я даже не подразумеваю, что за мной погоня и просто еду с города. Ой. Да, а тут сзади менты переворачиваются. Да, переворачиваются. Ой, сейчас кому-то в пердачелу прямо выпишем. Нет, не выпишем. Тормози, тормози, тормози. А, промахнулся. Слушай. Да, мусор поганый, пока-пока. У меня противоударный бампер стоит спереди, прям как раз, чтобы останавливать таких, как ты. Да ладно. Да, Ford Mustang у меня 69-го года, твою мать, куда поехал? У меня тормозов нет, слышишь? Да, чувак, легко, по-моему, у меня тебя будет уехать. Так что давай вот так вот покатаемся с тобой немножко. Так, 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 решил меня обмануть. Он решил меня обмануть. Вы видели, да? Вы видели это? Да ладно, не задел как! Вообще задком нормально, тебя просто уехал, развернулся и поехал дальше. Не так быстро! Твою ж мать! Да, конечно. Блин, чувак, я забыл перейти за криминала. Сейчас перейду вот так. О, на тебе. Да пошел ты отсюда. У тебя, кстати, тачка разваливается, по-моему. У меня остался один капот, а движок уже выпал, походу. Ты посмотри просто на это. Ай, блин, да какого хрена-то? О, у меня получилось это сделать. Блин, все-таки перевернул, зараза. Ой, ой, не в ту сторону выбежал. О, ты меня попал напоследок, это прям как GTA 5. Ай, блин, офигеть надо. Слушай, что-то нету, пока я не... Чё такое? У тебя Dodge 4, это 4, оказывается. Да. Блин, это крутая тачка, реально. Не, она классная. Но только она перевернулась плохо. Потому что я тебя цепанул. Да. Цеплял меня, зараза. Цып-цып-цып. Ладно, да, ребята, вот такая вот погонька. Давайте продолжим дальше. А что ж, ребята, продолжаем наши погони. У меня какой-то локи-кар с зеленой турбиной. Локи-кар, мать его. Чё тебе надо, слышь, мент? Ты чё, охерел? Ой, подожди, у меня отвалилась рама. Ты охерел, мент, я тебе ничего не сделал. Подожди, чё он развалился-то так, чувак? Ты в меня врезался, потому что... Охренеть. До свидания. Ну все, капец тебе. Вот это хаммер у меня разваливающийся. Я вообще не знаю. Вы видели, ребята? Мент взял меня, протаранил просто так, ни за что. Да, конечно. Я должен теперь тебя остановить. Ты же меня сейчас опозорил на весь мир. То, что у меня крутая тачка, не говорит о том, что ты должен меня ловить. Да, конечно. А ты куда делся? Так, а где твоя жопа, а? Моя жопа оттуда уже уехала. Слушай, охренеть, ты уехал уже. Ой. Да. У меня, ну, я даже не знаю, что за машина. Это, короче, из какого-то футуристичного фильма. Мне больше всего нравятся зеленые диски, зеленые стекла, зеленый выхлоп. Прям вообще все зеленое. Гоблин. А я не знаю, кто делал вот этот вот хаммер, но он разваливается на ходу просто. Так, я тебя слышал. Заборчик даже сломать не может. Зачем тебе ломать заборчик? Успокойся. Так, да я тоже тебя слышал, но только он медленный еще очень сильно. Так, я вон видел, ты где забор сломал, но я тебя не вижу. Я, короче, да, самый хитрый преступник. Да ладно, по следам ходишь, да? Бля. Меня раскусили сразу. Да, тебя раскусили, чувак. Ой. Ой. Кто здесь, да? Ты что там делал? Кто здесь, да? Я ковырялся в заборе, бля. Так, это что, ты троллишь типа меня? Пошел ты в жопу. Ехали, твою мать! Капец, бля. Он у меня почему-то развалился, даже тебе зад ничего не сделал. Да-да-да, я видел, что ты чуть-чуть ближе подъехал и от выхлопа моего рассыпался просто. Да-да-да. Так, мне надо куда-то спрятаться, перезарядить пистолет, а то не слишком хорошо все это. Сейчас я тебе перезаряжу его. Сейчас, давайте я себе перезаряжу его. Передерни ствол ствола.
Так, у меня отличное место, как раз для перезарядочки. Без палева, тишина, хорошо. Так, а я что-то, по-моему, застрял здесь, нет? Застрял, это значит, тебя можно убить. Так. Ну, подзастрял, да, немножко. Подзастрял. Так, ну у нас погоня с перестрелочками, поэтому все считается, все хорошо. Где ты у нас? Ага, я понял. Блин, даже задом он не успевает просто отъехать. Ну, у меня просто мега быстрая тачка. Да, у меня мега медленная тачка. Вот хотите самую медленную машину полицейскую? Вот она. Пошел ты в жопу. Чё, я не успею! На, держи, братишка. Не успел я. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас я тебе устрою жарку. О, в меня попали. Это неприятно. А ты что думал? Я думаю тебя убить. Вот так, держи. Кого убить ты хочешь, а? Да я тебе там... Ой! Ай! Ай-яй-яй! Блин, да я сегодня вообще убью тебя хоть раз, нет? Не знаю. Я вижу только твой силуэт. Там какой-то бампер тебя закрывает еще вдобавок. Где ты, падла? Выходи, ментяра, выходи! Убей! Вообще, через я за тачкой стоял. Через машину убил. Охренеть. Я тебя даже не видел. Вот это жесть. Блин, ребята, никогда не берите этот хаммер для погони, а. Да, ребятушки, иначе вам вот так вот насуют тоже в жопень. Да, в жопень насуют, точно. Ну что ж, друзья, вот такие необычные сегодня у нас были погони. Если вам все понравилось, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на наши каналы. Ссылочки все в описании. Да, ребятки, всем до скорой встречи. Пока-пока. Пока, ребята.